Здарова, Борзу, с вами Платон. Сегодня мы будем тупо по расслабону играть с Матвеем в Battle Need, типа мини-режимчик. Была одна катка, я там слился. Ну, там было все странно, поэтому сейчас будет все нормально, все будет понятно. Ну, короче, мы друг на друге добиваем ульту. И потом кидаем их в телепорт. Так, ждем. Ждем полного отхила. И медведи кидаем одновременно. А мы что, сюда их кидать? Ну что ты медведя заманил? Нафига? Тут же он должен типа в телепорт. И что он теперь? А он ничего. Что он там делает хоть? Прикольно. Ну как теперь? Нет, так нечестно. Блин. Чтобы... Ну ладно. Я специально всех нас убил, чтобы мы уже заспавнились и нормально медведя кинули. Ну ладно. Даже не вернусь. Ну все, получается, победил. Кстати, сори, ну что-то катку с проигрышем не показал, потому что все было очень странно. Еще делать над жестью. Или типа, а без медведя шатуна. Медведя Фатуна, окей. А чё, типа, искусственный мех делает для медведя 35% защиту от урона на следующие 3 секунды? Надо жестко попробовать, ну окей. Так, значит, я возьму массовый шок себе. Во. У меня только кошмар на джойске есть. Ну го! На джойске попробуем. Ну, блин, да, мне этот ролик не хотелось делать, но я обещаю. Ну, обещал Матвею. Как хочешь. Мы сейчас на нитах, ну только мама на джойсках, да? Так, на ком? Ну, я типа джойстику взял, не знаю, на нитах или на джойстиках. А, давай попробуем потом, господи, я не почитал. На нити без шатуна, окей. Ну, шатун это у нас пассивочка, вот этот вот стан это не шатун. Было прикольно, если бы вообще джойстику взял. Ну, все у нас правильно, да? Так, давайте отхиливаемся. О, опасно. 168, нифига. Что так мало? Yes.
Ух! Нет. Yes. Ой, блин. Ну, все. Значит. Ой, медведя, кстати, отхилил. Я в другая рубил просто. Я еще медведя отхилил. Нет! Да блин, как так-то? Ой-ой. Так, я кидаю мишку. Ну, я так понимаю, я должен победить или как? Ну, мой победил, а случайно убил. Yes. Ну все, получается. Ну я должен типа победить снова. Вот потом в конце видоса и проигрышную катку могу показать, не знаю. Ну все. Я снова победил. Ну в принципе прикольно. Ну без шатуна она интереснее. Ну или это просто так получилось. Вот это же, ну го. Так, значит, я беру массовый шок, все, пошли. Ой, сейчас я хочу чихнуть. Ну, я прикрылся. Не болейте. Если вы сказали, мне будет здоров, то спасибо. Желаю вам, чтобы вы не болели. Так, ждем. Хорошо. Не знаю, как на джойстике будет, но посмотрим. А как мы, кстати, одновременно будем кидать, мне интересно. Медведь, типа, должен идти? Как на джойстике? Ну ладно, давай снова добивай. Давай тогда надо снова ему добить. Потому что уже нечестно будет. Ну, за, в принципе, смысл сюда кидать вот эту вот штуку. А-а-а! Чё ты меня так ведёшь, а? Страшно. Так, ну давай. Все, пошли. Ну, только одновременно, только всё нечестно. У-ху-ху. Круто! Блин, реально очень круто. Ой, мне очень нравится. Потом, может быть, как-то смонтажирую это. Если для себя просто, если захочу. Ой, ну так даже прикольно очень. Мне очень понравилось. Круто. Круто так. А типа, ну я взял пружинку. Что, без пружинки надо или как? С пружинкой? Или нет? Мне интересно. Типа, пружинка это у нас как чит получается. Со вторым... За вторым гаджетом. Типа второй гаджет, вот, пружинка. С пружинкой. Ну, ого. Ну, ого. Ну, что надо долго давать? Сразу нажимаем все. Без всяких лишних переговоров. Чего так медленно? Ого.
Раз. Вот две тыки сделаю, и потом надо хилиться. Ой, блин. Убил случайно. Узнаю, что он в меня стреляет, значит, и в него тоже я буду стрелять. Раз, два. Главная карта, типа, называется Battle Nita, а тут мы что-то не на нитах играем. Круто! Так. Все, я себе набил ульту. А Матвей, кстати, побеждает. Блин. Так. Так, 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 так. Блин, а я проигрываю. Камбэк. Камбэк. Нифига себе. Нифига. Камбэк. Я и буду говорить, типа, ахаха, я буду камбэк. На ком? Чё в последний раз? Я не против играть. В принципе. А кто тут может всякое добавное ставить? Так, на ком? На нитах или на движках? На мистерах. Ну, пас. Ну, давай тогда. Я тогда себе возьму. Да, дополнительного носильщика я себе возьму. И турникет. Вот. Типа, турникет это... Не, дополнительного носильщика я себе буду давать. Вот бы, типа, надо было пингвина усиливать, то... А, круто. Не, супер! Не, типа, вообще, у меня лагало, я не мог ничего сделать. Так... Ну, блин, ну так нечестно. Блин, ну нечестно так, ты позднее начал. Ну реально, так нечестно, ты, типа он, ты сам говорил, что кидаем одновременно, а в итоге что... А зря ты на себя переманил, ну все. Не, ну зря, так нечестно. А зачем ты кинул сразу? Ты же сам говорил одновременно. Го еще и всего. Я никогда не видел, чтоб так все писали, ну ладно. Ну чё, ладно, в принципе, не страшно, но, не, ну просто говорю факт, гетто случилось, окей. А почему кто-то пишет гетто? Мы говорим это по типу, есть какие-то, блин, какие-то есть иностранные слова крутые, типа, и там, когда говорится, и пишутся е, типа, не. И у тебя в большинстве своем тут какие-то крутые слова, они пишутся с буквой... ой, блин, сори. Ну, да, я типа думал, что ты сразу кинешь, а ты как-то затормозил. Ой-ой-ой! Стопы, ну ладно. Так-так-так, блин! Ну, Зуза, в принципе, хоть я и, может, и виноват. Давай! Блин, а? Ну, блин! Ну, в принципе, это тоже нечестно, что-то меня убил. Может, я и тебя когда-то убивал.
Не, ну слушай, ты тормоз... Ты как-то очень медленно все кидаешь. Что наконец-то я? В принципе, ты победил меня за счет того, что ты меня убил, поэтому не знаю ничего. В принципе, я так думаю, что это за счет того, что ты меня убил, победил, потому что мне вообще, я мог бы столько пингвинов еще заспавить, а ты меня взял и убил. Ну ладно, не страшно. Снова, а? Ай, короче. Пошли. Ай. Ну давайте подождем, пока тут напишут. О, Кьета Ти закончил снимать. Нет, я... Не закончила снимать, а чё? Ладно, короче. В принципе, я сейчас закончу снимать. Ого, закончу. Ого. Короче, если я что-то там подшучивал над Матвеем, хотя ничего такого не говорил, то сорян. Но так ему привет. А вам вот я уже скажу пока. Поэтому не пора, удача. Окей, понятно. Поэтому с вами был Платон. Пока, Марвел.